Развивающая игрушка, спинбол, вращающий шар от Тинни Лав. Имеет внутри вот такого веселого человечка, улыбающегося, с оранжевым личиком и с желтеньким. Внутри человечка находится погремушка, которую слышно при прокручивании. Сам человечек еще перемещается вверх-вниз. Тоже вот с таким громким звуком. Дольки шарика перемещаются с хлопающим звуком. Поэтому, когда шарик катится, или просто его потрясти в руке, он издает множество громких звуков, что малышам очень нравится. Внутри шарик с зеркальной поверхностью, снаружи очень разноцветный, красивый, с ним можно изучать цвета. Когда малыш пальчиком передвигает человечка внутри, развивает мелкую моторику. Нам он пригодился для того, чтобы научиться и дальше совершенствоваться в ползании, так как шарик очень хорошо катается по поверхности. Таким вот образом. То, привлекая малыша такой яркой игрушкой, мы заставляли его, соответственно, ползать за ним, по крайней мере, пытаться доползти и достать. Игрушка очень добротная, не ломается. Ее, она, скорее всего, даже и рассчитана на то, чтобы ее много и часто бросали. Нигде ничего у нас не полопалось, не сломалось, не отлетело. Кроме того, она полностью вся из пластика. Ее очень легко чистить, мыть, поэтому можно брать с собой на прогулку. Такую игрушку, я думаю, можно подарить своему или чужому малышу на первый свой юбилей в полгодика. Замечательный будет подарок.